Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды, я в Лиге Мастеров. Одна звезда, не знаю где сейчас, может быть даже меня и сбросили. Так, в магазине нам нужно с тобой что? Ну, конечно же, забрать колоду. Что нам тут выпадет? О, у Леонардо. Давно, кстати, не выпадал он мне. Так, зайдем сюда, заберем наши награды. И смотрим, что мне нужно сделать. Так, сразиться в боях и поднять уровень персонажа. Ну, это проще всего. Так, давай-ка глянем, где я нахожусь. Блин, в Лиге Сёгунов. А ранг у меня 47. Все-таки сбросили, а? Все-таки меня сбросили. Ладно, я буду сопротивляться и опять пытаться подняться как можно выше. У меня 24 тысячи мутагена. Ребят, я хочу сегодня накопить на последний левел-ап для нашего Рафаэля, чтобы перевести его в сотый ранг. Для этого мне нужно 31 тысяча мутагена. То есть это вполне реально сделать. Я думаю, как раз за прохождение лиги мы с тобой накопим нужную нам сумму. Так что не будем, как говорится, расстраиваться и будем держать себя на позитивчике. Так, и хочу зайти в магазин. Так, я уже что-то потерялся. Так, здесь у нас, к сожалению, ничего приобрести не можем. А монет у нас 77. Кстати, насчет монет. Да-да-да. Мы будем с тобой брать 3 ДНК на нашего Микеланджело классику. Да, с удовольствием беру, ребята. 94 ДНК из 100. А жетонов у нас с тобой 520. А нужно 710. Ладно, чуть-чуть не хватает. Потерпим как-нибудь. Ну что, давай, наверное, выполним все-таки задание, а потом уже пойдем с тобой на арену. И сегодня будем проходить еще одно испытание. Так, мы с тобой Шреддера вроде бы. Блин, ну мне неохота, если честно, тратить. Так, ага, вот здесь можно 5000. Блин, ну не хотелось бы, конечно. Ну ладно, зато прокачали до 6 ступени. Так, а здесь нам нужен 70 уровень. Ладно, тогда апнем здесь. Блин, ребят, я весь мутаген разбазарил. Понимаешь, весь, что у меня был. Ага, значит, все равно нам нужно с тобой драться. Тогда давай сделаем немножко по-другому. А на Шреддера мы с тобой не будем сейчас ничего искать. А вот на Змейковьюна, пожалуй. Да-да-да, кстати. Его-то мы с тобой и будем прокачивать, наверное, следующим. Давай-ка мы начнем с массовых атак. И нам нужно всего лишь 10 инструментов найти на него. Поехали. Так, первый ящик нашли. Второй. Так, мутаген нам выпал. Надо еще 8 ящиков нужно найти. И все будет у нас тип-топ. Так, это третий. Что-то, кстати, очень плохо выпадает. Четвертый ящик. А раньше в разы лучше все это дело было. Пятый. Так, ребята, мы выполнили задание с вами, поэтому поисками продолжим заниматься в следующей серии. Так, давай здесь заберем награды все. Отлично. 25, почти 26 тысяч сюрикенов. Это классно. Как говорится, небольшой задел есть. А плюс еще. Так, я здесь получу 3 колоды. А по энергии что у нас? Отлично. Еще получу 5 откатов. В данный момент у меня 59. Ну что, друзья мои, идем с вами на ареночку. Лига Сёгунов 3 звезды. И посмотрим заодно, каких мне будут сейчас давать противников, какого уровня. Ну, я вижу здесь вот Юлиана, например, выставляет 61 максимальный уровень, да? Остальное идет 58, 59. Я думаю, как раз ее-то и возьмем. Будем играть через Леонардо вместе с Усаги. Но отыгрывать будем, наверное, с тобой. Отыгрывать будем с тобой, скорее всего, с 51 уровня. Не буду слишком сильно забегать вперед, потому что не стоит брать слишком маленьких. Вдруг Усаги или тот же самый Леонардо промахнется, не добьет, и ты сам знаешь, какой будет результат. Будем сегодня играть чисто, без косяков. Слушай, ну вообще великолепно. Добиваем слэша и двигаемся с тобой дальше. Сегодня я хочу дойти, ну, как минимум, до Лиги Мастеров 2 звезды. Это минимум. Это вот такая сегодня у меня планочка будет. Так, 30 ранг. Слушай, что-то мы как-то очень медленно с тобой двигаемся. Я посмотрел уже, да? Очень медленно идет продвижение. Так, и здесь, наверное, возьмем с тобой... Давай-ка Данилу.
Данилу Козлова. Шучу, ребят, я не знаю, что это за Данил, но возьмем именно его. Кстати, оригинальчик там один есть 61 уровня, но он мне не страшен. Больше волнует меня Леонардо здесь и Рокстеди. Кстати, хочу, ребята, вас поблагодарить, особенно тех, кто вступил в мой клан в игре «Безумные мутанты», да? Где ниндзя-черепашки у нас. Клан фулл, то есть полностью забит. Я уже, как вы, наверное, заметили, сделал там ребят по рангам, распределил, да? Назначил высшего и назначил двух, так сказать, самураев. К сожалению, больше поднять там не могу, только если самого себе сместить. То есть там всего лишь два повышения по рангу идет. Так, ну что, а у нас здесь 14 ранг уже. То есть я думаю, наверное, еще один бой мы сделаем с тобой и уже перейдем в Лигу Мастеров. Ну, я на это надеюсь. Вот только не хочется мне на руки марать псалабонов всяких. Давай-ка попробуем, наверное, с тобой посерьезнее кого-нибудь вытянуть. 16-22 это максималка, судя по всему, да? Ну да, ладно, возьмем тогда Славу. Будем драться со Славкой. Слава богу, у нас с тобой откатов просто дофигища, поэтому тратить их не жаль. Тем более мы еще с тобой сможем заработать 10 откатов. Ну, это я уже сделаю за кадром, за просмотр рекламы. Поехали. Так, Усаги крутит-мутит. И бабах! Отлично все сделано, и, соответственно, Леонардо всех сейчас просто добьет в хламинку. Нормуль, продвигаемся с тобой далее. И уже должны, по идее, ребят, перейти в мастера. Сейчас посмотрим. А ну-ка. Да, как я тебе и говорил, 98-я позиция. Если даже прикинуть, что 10 ступенек мы с тобой будем пролетать за бой, минималка нам нужно 9 боев. Как бы рассчитываем вот на такой показатель. И здесь я возьму, наверное, Изабеллу. Я не буду брать вон ту команду, потому что там сплошные Микеланджелы, и они просто меня разнесут своей инициативой. И вот надо теперь думать, как бы нам Шреддеру тоже поднять 70 уровень. Если мы хотим дальше его прокачать, да, нам нужен, чтобы у него был 70 уровень в данный момент. Потому что 60-й, ну, ни туда, ни сюда. Но опять же, не забывай, что мы с тобой пытаемся сейчас накопить достаточное количество мутагена, чтобы... Так, тихо. Чтобы перевести Рафаэля в 100-й уровень. То есть он будет 100-м уровнем, и мы с тобой можем выдохнуть и взяться уже, например, за прокачку Шреддера. Хотя, как ты заметил, что я не особо люблю его брать в свою команду, да? Потому что, ну, он хиллер, это нужно брать... Как тебе сказать-то? Да и брать-то пока его, если честно, некуда, потому что уровень у него очень такой скользкий. Если его брать... Тихо, чуть было не вляпался. Если его брать на какие-то серьезные дела, я боюсь, он там не вытянет. Отдуплиться. А нам это нужно? Конечно же, нет. Мы с тобой рисковать за просто так не будем. Ребят, я уже начал брать немножко послабее противников, потому что, точнее, моих персонажей. Потому что я боюсь, нам не хватит с тобой такими темпами запала, чтобы перейти до Лиги Мастеров 2 звезды. 9 боев, я еще раз говорю, нам нужно по минималке сделать. А у нас только второй бой. Так, второй бой. И не забывай, что персонажи у нас тоже с тобой кончаются. Плевать на этот мутаген, его как бы еще хватает. Но вот именно персонажи у нас с тобой сдуваются. В плане, ты видел? Ты видел сейчас, когда у меня здесь бежала сручка? Фотография вообще не моя была, какой-то другой девушки. Так, ладно. Вот. Дави. 74-й уже уровень здесь максимальный. То есть, сам делай выводы, расслабляться уже, ну, действительно, нельзя. Берем сплинтера, змейка вьюна сюда возьмем. И морозильную кошку. Слушай, ну действительно, мы сейчас, наверное, в последнее время будем заниматься с тобой прокачкой змейка вьюна и, наверное, Ваньки Стиранка. Это наши самые приближенные бойцы, которые имеют очень много массовых атак. Но пока атаки, как ты видишь, у них слабенькие, потому что не прокачанные. Так что будем прокачивать скиллы и, соответственно, уже потом будем со временем браться за прокачку их уровня. Потом... А лучше всего, я так сейчас сижу и думаю, нам прокачивать тех персонажей, которые участвуют в разных событиях. Например, ну ты видел, да? Где-то Змейковьюн, где-то
Ну, железноголовый, ладно, он прокачан. О нем можно не беспокоиться. Кто у нас там? Змейка Вьюн, Зек, вроде бы, да, где-то там участвует. Нейтрализатор, я точно помню. Паукус. Есть такие события, где они должны участвовать. Там события духа или еще что-нибудь в этом роде. Но так как они слабые, эти события я проходить полностью не могу. Вот именно из-за того, что они ватные. То есть падают быстро. Так что в наших интересах как бы их прокачивать. По-моему, где-то даже мотогеноид присутствует. Может быть, конечно, сейчас путают что-то. Но, скорее всего, так оно и есть. Так, ну что, у нас здесь Кирби, Бибоп, Рокстеди. Такие довольно сильные персонажи. Ладно, мы их, наверное... Ага, двоих сразу вырубили. Ну, а этих Леонардо, ну, по идее, обязан добить. Если что, Рокстеди... Ну, я думал, если он выживет, упадет от постепенного урона. Но, видишь, мы его все-таки бомбанули сами. Так, и смотрим, на какой мы с тобой переходим сейчас ранг. Он уже 52-й был. И становится 33-й. Так, ну что, рассчитываем еще на 3 боя с тобой. На 3 боя. Так, и я здесь возьму, наверное, Егора. Возьмем Егора с тобой. На 3 боя. Вот и смотри, нам нужно с тобой так рассчитать, чтобы хватило наших персонажей. В Лиге Мастеров я уже не буду там добиваться 50-го места, потому что, ну, это, ребят, не обязательно. Главное туда попасть. Еще время у нас есть до конца недели, так что можем, в принципе, позволить себе небольшое расслабление. Потом еще пойдем на испытание. А испытание у нас будет какое? Рафаэль, по-моему, если я не ошибаюсь. Или мы с тобой... Слушай, мы с тобой Рафаэля уже вроде бы проходили. Черт подери, я забыл уже все с этой работой. Ладно, глянем, ребят, глянем. Может быть, у нас какое-то там другое еще испытание открылось. Так, сейчас мы с тобой добьем все-таки вначале эту лигу. Ну что, как ты видишь, 20-й ранг у меня. Тут Вадим, Мария и Никита. И возьму-ка я, наверное, лучше Марию. Нашу Марию Мирабеллу. Я хочу с ней немножко поваляться, елки-палки, говорю. Подраться, елки-палки. Поехали. Так, ну что у нас тут? Усаги делает, как обычно, нашу суперкомбинацию. Вертушка смерти называется. И она себе оправдывает полностью, потому что Леонардо уже добивает, как говорится, остатки роскоши. И мы с тобой двигаемся дальше с спокойной душой. Я думаю, где-то уже будет ранг 20, а может быть даже 15. Давай-ка посмотрим. А ну-ка. 6, елки-палки. Слушай, ну это вообще круто. Это вообще круто. Мы берем с тобой Дениску. Как раз нам хватит этого, чтобы добить ранг. Так, секунду. Возьмем с собой еще Бибопчика для закрепления, как говорится, нашего результата. Ну и поехали. Давай, Усаги, жги. Сейчас замочат. Хопа. Смотри-ка, смотри-ка, никого здесь не подбил. Так, Зек, ну-ка, шатани кого-нибудь. Неплохо он шатанул, я тебе скажу. Ха, сразу троих убрали. Ну и Лео только остается, конечно же, здесь добить. Кстати, Зек, когда бросил свою бомбочку, замедление, по-моему, не повесилось. То есть срабатывание не 100%. Ну что же, я нас всех поздравляю с Лигой Мастеров 2 звезды. У нас еще, по-моему, там есть немножко персонажей, поэтому давай-ка тогда еще один бой с тобой отыграем. Ничего такого страшного здесь не случится. Раз, два, так, три. Ну да, вот как раз этих отыграем и все. Пойдем уже с тобой на испытание. Так, ну что, мои ребятулечки прибежали. Майки хочет сделать, но я не буду, наверное, уклонение ставить, оно сейчас ни к чему. Потому что мы так справимся. Причем, заметь, у Саги сразу сработал баф на нашу команду. И три персонажа получили двойную атаку. Но это нам ни к чему. Мы будем их валить массовыми. Все. Все, друзья мои. Что хотел, я получил. Мы с тобой здесь закрепимся. На следующую серию нам как раз надо будет всего ничего, да, для того, чтобы перейти в Лигу Мастеров 3 звезды. Ну и, соответственно, там уже в топчик попасть. Так, в магазин. Да елки-палки, зачем мне в магазин? Мне нужно в испытание идти.
Да. Донателло, друзья мои, будет у нас сейчас разыгрываться. В космических странностях мы с тобой сделали все идеально. Так что приступим. Раз, два. Начнется вот уже, наверное, с эпизода третьего. Те самые доники, которые мне нужны. Всего здесь 7 эпизодов. Но, да, ребят, вот в чем вся загвоздка. Что нам дают с тобой очень-очень слабых персонажей. По крайней мере, муха навозная. Блин, вообще ее не стоит брать. Я на нее очень сильно огорчен, друзья мои. И она как бы недостойна быть вообще в моей команде. Ни в одной. Хоть проходящая, хоть какая. Пускай сидит там, я не знаю, до последнего и копит силы, я не знаю, копит уровень, прокачивает себе скиллы, что хочешь, короче, делает. Но в своей, как говорится, гвардии я ее не особо жалую видеть. Так, ну что, здесь прошли. Ну, как ты понимаешь, второй бой будет абсолютно одинаковый. Там всего лишь на 10 уровней враги будут сильнее. А муха 52 уровня у нас. Так что залетаем сюда, ребят, без проблем. И также на автобое их разносим. Хотелось бы, конечно, полностью пройти это испытание, но в связи с тем, что у нас, как видишь, максимальный уровень 80-81, это Железноголовый и Баксер вдвоем, они вряд ли там что смогут сделать. Как говорится, Шархан вместе с Тимати они не потянут. Тимати не потянет как провокатор, Шархан не потянет как массовик, затейник. Так что будем довольствоваться здесь немногим. Но, тем не менее, мы с собой, наверное, получим ролевого Донателло, да, скорее всего. И Донателло из видения. А вот насчет космического, да, в принципе, он нам и не нужен. У нас с тобой пройдены космические странности, где мы можем вполне спокойно его найти, нафармить. Так, ну что, Донателло, ребята, видение у нас здесь разыгрывается. Потом будет Донателло ролевой. Эти, как я тебе говорил, уже черепашки мне нужны. Пускай даже одно ДНК, но все-таки. Так, переходим с тобой на вторую волну. Уровень, ты видишь, у них 35-й. Бояться абсолютно нечего, даже муха спокойно справляется. А вот как вот, извини меня, Шархан не добил 35-й уровень Макмана. Вот это для меня вообще, ребят, какой-то нонсенс. Ну как вот можно? Ты посмотри, это в 25 уровней разница, да? И он не смог подбить. Какой в 25? Елки-палки, ребята. 30, да, в 35 уровней разница, ё-моё. И он не смог его добить. Очень-очень интересно, как это срабатывает все. Ладно, Донателло видение у нас с тобой есть, и слава богу. Переходим на Донателло ролевой. Вот здесь я, наверное, уберу все-таки муху, не хочу рисковать лишний раз. Пускай муха, а и потом там будет Донателло классика. Это, наверное, будет наша последняя остановка, где мы с тобой можем вылезти и спокойно подраться. Дальше нет смысла туда двигаться. Там слишком будет сильный противник. Хотя глянем, что, как говорится, зарекаться, ребят, да? Посмотрим. Тут всего 7 эпизодов. Я думаю, что на 7 эпизоде будет как раз 70 уровень противника. И это как раз для нас. Я думаю, Шархана можно как-то с Тимати вытянуть через ту же самую хотя бы провокацию от Железноголового. Единственное, что в этой команде у нас с тобой нету хила. И это очень большой минус. Это всегда минус для любой, ребят, команды, когда нету хиллера. Так, успокойся, парень. Донни, смотрю, тут разбуянился. Ага. Ну, да чтоб тебя, не мог даже шваркнуть, господи. Давай, Шархан, добей. Отлично. Ну, очень быстро, продуктивно, я тебе скажу, мы здесь с тобой сделали. Ну что же, двигаемся дальше. Так, надо посмотреть. Угу, Донателло ролевой в кармане у нас. И Донни классика. Так, потом Донни оригинал. Ну, классику, я думаю, что мы с тобой 100% получим. Оригинал под вопросом. А вот космический даже не знаю. Даже не скажу тебе. Пум, просто. Молодец, Шархан. Слушай, а мы ему прокачали полностью? Да, мы ему прокачали полностью, да? Кроме последнего 7 уровня на скилл. А так у него все 6 уровня. Тимати начинает выпендриваться. Вот, кстати, Тимати тоже нужно бы прокачать все вот эти вот скиллы. Если он у нас провокатор, это бы ему очень даже пригодилось бы в будущем. Так. Отлично. Бам.
Да, Тимати, к сожалению, тебе не хватило мощей добить Роквелла. Ну, хотя бы заморозили его, все, добили. А этот сейчас может пускануть свои ракеты. А нет, он замедление делает. Он замедление делает, естественно, через провокацию. Все, мы его ушатали. Ну и Эйприл тоже, конечно же, добьем. Так, и переходим на последнюю волну. Оригинал. Так, понятно, фильм, классика. Ну, если брать, ребята, Донателло как отдельную личность, я тебе скажу, что у него особо таких массовых, там, мощных атак нету. Понимаешь, да? Ну и сам по себе он не очень много наносит дамага. Так себе персонажик. А по защите, да, по защите, не спорю, он довольно крепкий. Фиг ты его там легко и просто пробьешь, но в остальном, к сожалению, он пасует. Так, ну что, мы с тобой переходим на Донателло классику. А, подожди, Донателло классика у нас уже получен, да. Донателло оригинал. И я думаю, что здесь мне придется играть уже своими ручонками. И как ты видишь, 65 уровень. Скорее всего, на последнем эпизоде... Так, тихо, тихо. На последнем эпизоде будут 75 уровня бойцы. Скорее всего, так. И вот эти вот грибы, которые там будут, нас могут очень сильно там помурыжить. Вот оно, ребят, начинается. Уклоняшки. Всякие букашки. Ну-ка. Ай-яй-яй, а этого... Так. Как же меня раздражают вот эти грибы. Я уже неоднократно вам это говорил. Самые бесявые персонажи. Вот, вот это я понимаю. Вот это для меня стрела сзадики. Так, давай-ка вот этого... Ать, почти-почти добил. Хотя ракетами можно, в принципе, их всех уничтожить, наверное. Да. Так, двигаемся дальше. Это у нас третья волна. Я не понял, грибы что, везде, что ли, будут? В каждой... пачки находиться. Что за дела-то? Так, 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 так. Давай-ка, наверное, мы с тобой шинигами накажем. Она должна отдуплиться, по идее. Так, теперь попробуем пробить Кунаичи. Окей. И попробуем поджечь Тимати. Но будут падать. Есть контакт. Так, добивочный. И Тимати падает. Так, ребята, последняя волна, четвертая. Ёпарасоте. Так, начнем с кого тут? Блин, этот в провокацию этот хилять будет. Ну, попробуем так, наверное, сделать. Пробивной. Слабый какой-то. Замедлить, если только их, конечно же, это будет. О, отлично. Так, ракеткой добьем мы его. Замечательно. Так, теперь, конечно же, нужно брать Донателло провокатора. Попробуем заморозить его для начала. Есть. Так, давай-ка крит атаку повесим на нашу команду. Баф такой будет у нас. Добили смачно. Так, теперь, наверное, вот этого Дони Космоса. Я не хочу, чтобы он метеорит на меня высылал свой. Так, массовая атака от Шархана. Да блин, что ж такое-то? Добить сможешь, Тимми? Да какое там добить? Ничего он не сможет. Вот, железноголовый только сможет добить. Так, здесь тоже небольшие повреждения наносим. Отмывается, да? Снимает все дебафы с себя. Так, а, он еще и броню на себя повесил. Вот он как, решил действовать. Слушайте, ребят, мне кажется, последний бой будет очень сложный. Если там будут 75 уровня бойцы, а у меня, как говорится, только лишь Бакстер Стокман и Железноголовый 80-го, там будет очень напряженно. Да и думаю, вообще, стоит ли мне ради него идти в эту битву. Хотя тут, смотри... У нас Донни с тобой оригинал полностью прокачан, да? На 5 звезд. Остается только перевести его в платиновый ранг. Донни Космос. Классика и ролевой. Ну, как бы есть смысл. Ладно, друзья мои, давайте рискнем все-таки. Че, как говорится, ходить, смотреть вокруг да около, если можно попробовать и... Ну, нет так нет. Ну, не получится у нас победить. И, ну и что? Не корову же проигрываем, согласись. Так... О, Шархан на себя повесил. Вот это хорошо, постепенный урон. Ой, постепенный урон. Контратаку. Блин, видишь, как они делают. А, Тимати, Тимати, давай бафай тогда. Ой, что я сделал, господи, надо было баф. Я хотел баф сделать. Ну, трындец. Ну, ты сам видишь. У Шархана уже здоровье. Почти половина сняли. Так, тут дроны. Ну, естественно, надо, ребята, здесь массовыми атаками валить. Давай так попробуем.
И хоть бы на кого-нибудь повесили. Нет, повесили на одного. Так, добьешь ты этого? Я тебя умоляю, ну что за дела, а? Что он делает, что он делает? Так, хоть добьешь, слава богу. Вот лучше бы они бомбили по моему железноголому. Или хотя бы по Бакстеру Стокману, да? Так, третья волна, друзья мои, третья волна. Смотрим, кто здесь. Ага, стрелозады. Будем, наверное, просто их разбирать сейчас. Вот так сделаем сейчас. Окей. Ну, ну, нормуль. Так, сейчас они будут бомбить. Блин, ну их еще массовые атаки. Эй, не трогай. Хоть бы кто-нибудь мог бы дать сдачи, а? Ни у кого нет контратаки, это плохо. Вот одно радует, что они ватные, что они разбираются на Ези. Мне кажется, мы Шархана с тобой потеряем. Ну что, здесь придется, ребята, брать провокацию. Хочет этого или нет, железноголовый, тебе придется отыграть. Тихо. Давай вначале бомбанем. Вот так. У-у-у, опасно. Да иди ты, Тимати, ну ты-то хоть. Е. Так, и последние у нас, ребята. Тут черепашки все, да? Начинаем с Дони. А тут они все Дони, поэтому с ролевого. Делаем замедление, заодно и провокация. Так, фриз. Сработало. Мне нужны друзья. Слушай, а хорошо, что он так делал. Он бы мог сделать отмытие. Он бы мог сделать отмытие, но он этого не стал делать. Так что, ребят, есть шанс у нас с тобой. Эх, твою же налево. Да вы достали, а. Блин, Шархан, держись, а, пожалуйста. Так, 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 тихо, тихо, не надо. Все-таки вызывает. Ё-моё, ребята, все, Шархана мы потеряли. К сожалению. Нет? Странно. Так, секунду, кого же тогда нам с тобой начать бомбить? Ну тут, ребят, видение, поэтому он стоит в этом, в блоке. Сейчас только у железноголового закончится провокация, и нас тут сейчас раскромсают. Нас еще и замедлили тут, ко всему прочему. Ну-ка. Двоечку уложили. Ребята, тихо, 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 тихо. Есть шанс небольшой, есть. Так, попробуй, короче, вальнуть этого. Есть. Так, Дони. Дони, не выпендривайся, пожалуйста. Хорошо, у него снижение брони, ребята. Тимати, я тебя умоляю, я тебя умоляю. Звездани хорошенько. Есть! Друзья мои, на три звездочки, на три звездочки. Вот такой вот командочкой мы с вами прошли эту главу, да, этот эпизодик. Мы получили с тобой все-таки Донателло Космоса, и это классно. Это классно, мы можем теперь здесь фармить. Ну что, попробуем разочек, да? Разочек другой. 40 жетонов. Да хорош, вы сейчас так будете, что ли, мне? Смотри-ка, Донни классика выпал. И последняя попытка. Донни оригинал. Блин, Донни оригинал у нас с тобой прокачан. Так, ну что, у нас там по мутаген... Ё-моё, не хватает совсем чуть-чуть. Ну как же так-то, ребята, здесь разыгрывается только пицца. 39 откатов, да? Нам не хватает совсем чуть-чуть. Да, видимо, в этой серии у нас, ну, не получится, ребят, прокачать Рафаэля в топчик, да? Сделаем это тогда в другой. А я пойду за кадром, друзья мои, набивать вот эти вот паки. Ну и, конечно же, наши 10 откатов. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.